Она знает все о каждом экспонате своих отделов. Старший научный сотрудник Александра Ломовская работает в городском музее 50 лет. Именно она знакомит взрослых и детей с природой родного края, его историей и героическим прошлым жителей. Гид с полувековым стажем отметила три главных качества профессионального экскурсовода. В первую очередь, наверное, какой человек должен обладать обаятельностью, ну и, конечно, хорошими знаниями. Вот. Ну и в-третьих, это чувствовать свою аудиторию. Александра Степановна проводит не только интересные экскурсии, но может рассказать увлекательную историю о том, как появилась та или иная экспозиция животных, где и с каким трудом в 90-е годы руководство музея доставало чучело обитателей саровских лесов или коллекцию тропических бабочек. Экскурсовод старается сделать каждый свой рассказ особенным. Все равно я перед каждой экскурсией открываю книги, открываю свои записи, что-то еще дополняю, что-то пишу. Александра Степановна помнит привычный саровчанам музей другим, когда он только начинал свою работу в этом здании. Первым открывшимся отделом был ее родной биологический. 50 лет – это много, но, как признается сама Александра Степановна, смелости уйти на пенсию не хватает. Представлю себе, что мне сегодня утром уже не надо будет идти. Я не могу представить. И вновь Александра Степановна садится за рабочий стол, чтобы готовиться к новой экскурсии. Читает, изучает, узнает новые факты, чтобы сделать свой рассказ интересным и увлекательным для посетителей. Елена Грицкова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.